Вот. Сегодня день. Какое сегодня число? 19 января. Сегодня день очень ясный. Ветром сдуло все выхлопные газы. И можно видеть все, что на крыше происходит. Вот. Что это? Вентиляционные башни, что ли, на крыше дома? Посмотрим, как оборудование выглядит. Вентиляции, кондиционирования. Скорее всего, это конденсатор. Происходит конденсация рефриджеранта, выделение тепла. Конденсация любой жидкости происходит с выделением тепла. А это воздуховод, скорее всего. А это руфтоп юнит. Скорее всего, так. Так. Там здания расположены. Это Эмервиль. Там что такое? Вид на Сан-Франциско. Здание в Окленде, порт Окленда. Сейчас мы повернем обратно, повернем на другую сторону здания. Это мой велосипед. Снова мы перешли в другую точку здания сейчас, в другую точку крыши. Видим строящееся здание. Там что расположено?
Вот мы в другой точке здания. Я зашел немного на крышу. Сан-Франциско виден отсюда. Сан-Франциско виден. Это часть Беркли, часть города Беркли, а там полуостров в городе Эмервиль. Вентиляция на соседнем здании. Сейчас еще поближе снимем это оборудование. Точку здания перешли. Так, что там на крыше? Выключатель какой-то. И коробка. Ну, это то, что мы уже видели отсюда. Thank you.
тот дворик соседний. Так. Перешли на другую точку крыши. Вот как все здесь выглядит. Здание Кампанилла, башня, точная копия башни в Венеции, как уже сказали однажды.